Привет, друзья и гости канала! В преддверии 2021 года, года быка, я предлагаю вам сделать поделку. Вот у нас такой получится бычок. Для работы нам понадобится клей-пистолет, карандаш, ручка, ножницы, бумага, плотный картон и ткань разных цветов. Так, сейчас я буду рисовать голову для нашего бычка. Она у нас будет такая кругленькая. Так вот, набросок сделаем, потом уже вырежем, чтобы было поровней. Потом нам нужно нарисовать будет ушки. Сейчас буду делать пока все на одном листе. Так, ушки у нас вот так вот, наверное, будут. Так. Вот так вот как-то. Потом в ходе работы я их маленечко еще исправлю. Если что-то не получилось, на бумаге все можно будет исправить, так что вы не переживайте. Где-то как-то маленько их подровнять. Ничего страшного в этом не будет. Так. Ушки это будет... Так, ушки. И теперь еще ушки будут передняя часть ушек. Мы их сделаем вот так вот небольшие. Небольшие. Потом вот так вот. Так вот. Порисуем маленечко. Придадим им форму, а потом уже вырежем, как нам понадобится. Теперь нам нужно будет нарисовать губки. Губки будем рисовать. Так вот где-то. Так. Потом нам нужно будет сделать еще челочку. Челочку мы сделаем. Вот так вот. Так. 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 И вот. Так. Еще нам нужно будет сделать глазки. На глазки мы будем ложить пуговички. Нам нужно будет нарисовать такой кружок. Куда мы будем потом помещать пуговичку. Вот так вот. Соответственно, какая у вас будет пуговичка. И чуть больше нужно будет нарисовать вот этот беленький кругляшок. Так. Посмотрим мы сперва, какая у нас будет пуговичка. Ну, вот, наверное, вот такой вот нужно будет оставить кругляшок. Вот так вот будет такой достаточно. Здесь мы потом нарисуем реснички. Таких нужно будет нам нарисовать два одинаковых кругляшка и реснички. И вот тут будут у нас пуговички. Еще нам нужно будет нарисовать язычок. Так, язычок. Так вот возьмем так ровненько. Так вот. Вот. Маленький небольшой язычок. И, соответственно, нужно будет еще нарисовать нам ротик. Вот так вот. Вот. Так, ротик, ротик. Вот, сейчас. Ну все, шаблон у нас приготовлен, и теперь нужно будет приложить их к картону и вырезать по форме.
Итак, вот у нас получился картон. К картону я буду приклеивать вот такую ткань при помощи клея пистолета. Понемножку наносим. Это делается для того, чтобы голова, ушки у нас будут на картон приклеены. И язычок. Так вот. Они были плотные и не болтались. Так, вот. Сейчас какие лишние тут остались края картона, я их подровняю, чтобы их не было видно. Все это можно делать в процессе. Что-то, если будет лишнее, ничего страшного в этом нет. Вот. Получилась у нас голова. Так, ниточка. Так, голова. Теперь я буду приклеивать челочку. Вот у нас такая будет челочка. Бычка. Сейчас немножечко тут клея. Так. Вот так вот. Вот. Отлично. Отлично. Теперь нам нужно будет приклеить ушки. Вот у нас будут такие ушки. Так, голову пока в сторону. Сейчас мы будем приклеивать ушки к картону. Клей распределили. Так, берем следующее ушко. Помаленечку. Понемножку мы сейчас наносим. Так, сейчас мы тут что лишнее будет у нас. Форму ушей еще посмотрим, как она будет у нас на голове. Так. Так, это все лишнее убираем. Теперь мне нужно будет приклеить ушки к голове. Так, сейчас я понемножечку тут клея нанесу и буду приклеивать. Наверное, подальше ушко сделать. Так вот. Так, а это ушко у нас как будет? Так, здесь я немножко хочу закруглить ушко. Закруглить немножко. Вот так будет. Вот так. Вот так. Подальше немного. Так. Отлично. Теперь нам нужно будет переднюю часть сделать ушек. Посмотрим, как она у нас будет. Немножечко моих. Немножечко. Вот так нормально будет. И это поменьше сделаю.
Вот так вот, вот ушки. Ничего сложного нет. Вот так вот. Так, ухо. Теперь нам нужно еще сделать глазки. Так, я сейчас приклею глазки. Так, сейчас я, наверное, сразу нарисую, возьму реснички карандашиком, потому что потом уже будем клеить пуговки. Пуговицы вы можете подобрать любые. Теперь нам нужно еще сделать губки. Сейчас я приклею сюда губки. Вот так вот. Сейчас нужно сделать нам нашему бычку носик. Носик. Вот так вот. И ротик остается. И остается приклеить ротик и язычок. Сейчас я наклею клеем. Помажу клеем. Так. Вот так. Так, остался язычок. Язычок будет розовенький. Сейчас я язычок тоже приклею к картону. Так. Так. И вот сейчас мы вот так вот вот. Смотрю, куда его лучше спрятать. Сюда, вот так. Сюда я сейчас его вниз приклею. Поднимаем. Вот так. Так, какой-нибудь сейчас придумаем травку ему. Если есть какой-то листик, у вас есть, может быть, соломинка какая-нибудь есть, можно что-нибудь придумать, чтобы наш бычок что-то кушал, жевал какую-нибудь травку. Вот у меня будет цветочек. Итак, смотрите, все, мы цветочек приклеили, осталось нам еще сделать маленькие рога. Рожки-то у нас должны быть нашего бычка. Сейчас я его беру в сторону, возьму картон, приклею к нему вот так. Вот, ну а теперь все. Вот такой у нас получился красавчик бычок. Наступающим Новым годом делайте такую поделку. Бычок у нас получился красивый. Давайте его назовем красавчик. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.